Всем привет, ребята, и вы на канале Тимофей, как всегда. И теперь мы в замке Дубин. Вот, разворачиваем. Тут места, чтобы сесть. Интересный стульчик, с четырех сторон можно сесть. Это обычный стульчик. Там опять этот стульчик четверной, диванчик. И тут все вот ленточкой перегорожено. Нельзя пройти. Через то я визу не подхожу. Вот. Так вот. Ну вот. Я сейчас перейду в другую комнату и включу камеру. Так, это уже другая комната. Трон. Разворачиваемся. Тут сразу берется у нас стоик. Стоик. В следующей комнате я вам еще ее покажу. Так, это продолжение. Эти круглые шарики. Если вам не видно. Сейчас подойду близко, но тут красная ленточка, я просто их обойду, вот, светится красный, вот эти белые сарики. Вот. Они дают сюда свет, но еще есть такие вот большие лампы. Эти сарики. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока-пока.